Ставь лайк за 3 секунды, если хотя бы раз в день ты заходишь на YouTube. Всем здарова, дорогие подписчики, с вами по-прежнему Димка, Даник и Дуня, мы в GTA 5, и это рубрика «Эксперименты. Подъем по ступенькам». Здарова! Всем привет! И вкратце о сути данного шоу. Я думаю, что каждый из вас уже смотрел предыдущую серию, за что огромнейшее вам спасибо за лайки, а также комментарии. Мы решили снять вторую уже втроем, так как много было лайков. И я напомню, с чем все связано. Мы должны будем подниматься по ступенькам до самого конца. Здесь 36 ступенек, и если вы посмотрите по высоте, она очень огромная, в два раза больше моего персонажа. Но есть машины, которые доезжают до самого конца, и сегодня не попытаемся мы их достать. Ребята, на первый раунд будем спавнить по одной случайной рандомной машине. Соответственно, тот, кто победит, уже будет спавнить 3, проигравшие 2. Вот, ну и погнали спавнить. Что там у вас? У тебя поезд получается. О, нормально, Реноха. О, у меня Дюранга. Нихайся, нормально. Короче, поехали, желаю вам удачки. Погнали, ю-ху. Давай. Так, йоу. А, все? Пока. В смысле? Я так разогнался на старте, а по итогу выступил чуть хуже всех. Чуть хуже. Понял. Ну да. О, нормально. Хорошо, пошли. Ребята, в комментариях, кстати говоря, пишите, как вам данное шоу. Нравится ли? Насколько сильно? И поставьте оценочку по 10-бальной шкале. Так, Ну, это да, обязательно. Что у вас там, как дела-то, пацаны? Слушай, у меня вроде полноприводная дача, поэтому тебе капец. А, дача полноприводная. Я понял. Ладно, ты попробуй догнать меня, во-первых. А во-вторых, я просто вроде как пытаюсь запрыгнуть, но она не цепляется. О, чего? Братанчик, давай, мы давай, все здесь с тобой. Прыжик полетел дальше. Прости, брат, тут, как говорится, тебе дальше нельзя. Эти вот твои дачи, кстати, вот. Нас снимает скрытая камера. Ого! Так, тихо. И на ступеньку! Давай. Я... Пацаны, нужна помощь. Пацаны! Что тут пыжик-то делает, я не понимаю, ля? Что такой жесткий? Переднеприводный, ёпта иметь. Переднеприводный, да. Ладно, я думаю, знаете что, пацаны? Вам нужно явно меня помочь. Кстати, платформа пингует, ребят, чуть позже мы это исправим. Да, мне нужно немножечко помочь. Даник, толкни, Даник. О, ебан, мужики, здорово. Да что вы тут делаете? Пацаны, вас не звали. Смотри, что творит Даник, ребята, он впервые вообще снимает данное шоу, и у него вроде как получается, и получается таки неплохо. Так, слушайте, мне это не нравится, мне это вообще от слова совсем-то не нравится. Он еще и дальше полез, ты посмотри, какой наглый, а? Ты посмотри, короче, а? Какой он наглый сегодня. Давай. Я тоже заехал, отлично! Так, еще не все потеряно. Блин, тебе просто повезло с тачкой, Данек. Я тебе отвечаю, такие машины обычно далеко не доезжают. Понимаю, да. Ну я, походу, все уже. Ну давай, и дача, походу, тоже. И пыжик, походу, тоже, да? Ну тебе, да, она слишком длинная, вот. И неполноприводная, поэтому нечему цепляться. Ну у меня тоже получается все. Последний раз пробую. И это 10-я ступень. Ну давай, пробуй, Даник, тоже последний раз. Боже, какой же психодел. Надо будет это все сейчас быстренько убрать. Так, и... все понятно, ребята. У нас с Даником по 10 баллов, у Вани 9 баллов. Отправляемся на второй раунд. Давай. Второй раунд, ребята, и у нас с Даником по 3 машины, у Дони получается 2. Так, первая ирня. Мы все считаем, да, или как там? Да, мы считаем прям все в этой рубрике, Так, и третья получается у меня вот такой вот джип. Ой-ой-ой-ой, ладно, джип я брать не буду. Вот это я еще рассмотрю. Бэху, понятное дело, что брать не буду. Так, Даник, я бы на твоем месте... А, у тебя еще третья же машина есть, да, по идее? Ваньку вообще что-то не завезло. Так, ну я бы на твоем месте, на самом деле, брал бы второй урус, который длинный. Реально, бери его, не пожалеешь. Все, поехали, пацаны! Давай, желаю удачи! Ебать! Тихо! И на вот... Эту бы ступеньку... Да он очень быстрый, я тебе так скажу. Он очень быстрый. Но быстро, и, кстати, не значит, говоря... Что далеко зайдет.
Ну, у каждого свои. Да, не факт, ладно. Пробую, короче, закинуть как можно дальше. Ладно, ребят, а мы пока пробуем, и я, походу, что-то прям быстро приехал. Хайлюкс вообще не хочет куда-то ехать. Вот Даник полетел, Я так понимаю, ну, как бы новичкам-то везет, но чтоб настолько! 12-я ступенька, у него уже экстрабал. У меня тоже, не особо. Хайлюкс-то обычная машина. О, заехал, отлично. Кстати говоря, ребят, напомню про экстрабал. Та тачка, которая будет дальше всех, оппоненту, точнее обладателю, принесет, соответственно, 10 дополнительных баллов по окончанию данного шоу. 6 баллов у меня. Опа, я могу. Ты все, получается, я могу еще? Ладно. Я еще могу, я попробую пару раз, в любом случае она может. Давай. Какая у тебя там? 14. Чего? Нормально. Ты не охренел ли, дядя? Я, конечно, все понимаю, но ты сегодня наглеешь. Пацанов ждать так-то надо. Куда ты полетел, блин? Так, давай. Ну заедь ты! Все, короче, ладно, ребята, пробую последний раз. А, нет, стоп! Я и так заеду. Давай. Что у вас там происходит? Но у меня пока ничего не получилось. Ай, блин, соскочил. Ладно, последний раз пробую, но она вроде как должна заехать, наверное, таки. Даник, у тебя там как дела? Сколько ступенек-то? 15-я! 16-я. Да ладно. 17-я. Ну все, чего, блядь? 18-я. Как ты это делаешь, да? В смысле? 19-я. Понятно. 20-е, ты понимаешь, как он едет? 21-е! Чё? Охренеть! Ну тут, походу, все уже. 21-я ступенька! А ты говорил, хреновая ламба, длинная, не значит хорошо. Слушай, дядю, дядя жестко. Плохого не посоветует. Ладно, ребята, мы отправляемся тогда на третий раунд. Пока что просто огромнейший разрыв у нас с Даником. Да. Следующий раунд, ребята, и мы спавним. Пол, получается, две тачки с Дони, а Даник, получается, три. Угу. И мать, чё? У него задроп, ты посмотри на это, ебать. Так, у меня пока ничего везунчик хорошего. И, пожалуй, какой-нибудь монстр-трак, пожалуйста, ну же. Бентли, которая не так, к сожалению, но, да, такое себе. Так, у Ваньки, получается, да, тоже, типа, внедорожник, но очень низкий. Типа, у Даника, поехали. Да, реактивка и... Ты ракету берешь? А, все, понял, окей. Хорошо, полетели. Рокетболтик у Даника. Да ладно. Вау! Давай! 8-я ступень! Разом! Сразу, отлично! Что за херня? Я пока не знаю, но вопрос, конечно, по Волтику. По идее, ты можешь использовать ускоряшку. Вопрос, как результативно это будет у тебя? Понимаю. Капец, я понимаю. 4 балла. А у меня 8 баллов, чтобы ты понимал. Вообще, полетело. Да, полетел, попадал. Да, воробей. Понимаю. Охренеть, просто что за дроп дропается постоянно Данику? Я вот этого не понимаю. Ребята, я, конечно, ну, рад за тебя, но нет. С другой стороны, мне же тоже хочется выиграть. Так, ладно. Ребята, в комментариях пишите, короче, дайте дроп Диману, и на этом будет все прекрасно у нас. Ну, так, отлично. Жестко. 9-ю. Да дай ты мне 9-ю забрать ступенью. Ёпрасоте. Давай уже. Ну-ка. Да, я вообще, прикинь, на Бентли не могу нормально заехать. Она не заезжает на 9-ю, охренеть. Вот это прям обидно. Не, такая, ну мне прям разгона... печаль, беда полноценная. Я даже с разгона не мог взять ее. 20-е. У тебя прям печаль, у тебя сколько по итогу было? 6, говоришь, да? 4. Да, у меня 8, поехал. И я все, короче, я понял. Так, Даник у нас тут летает с дирижаблями знакомиться. Че там у тебя? Ну и по итогу, ребята, у Даника, понятное дело, реактивочка, но почему-то 21-ю он ступени не может организовать. Полетел! Ю-ху! Посмотрите на это. Ну, ребят, на самом деле, да, 28-я ступень сразу. Тут до 36 ему, я думаю, вообще нет равных, потому что реактивка, сами понимаете, она очень сильно решает. Ну, все понятно, ребята. Короче, баллы мы записали. Отправляемся тогда уже на 4-й раунд. Погнали. Давай. Следующий раунд, ребята, мы готовы спавнить тачкой. Тачки, да, мы вместе с Ваней по 2. Даня по 3.
смотри, у меня выпал muscle car. Это очень круто. Давайте-ка смотреть ваши автомобили. Так, у тебя... Нет, у тебя не считается. Ребята, меня чуть-чуть выкинуло, но ваши машины я уже тоже вижу. Так, у тебя что, тоже muscle car? У меня, да, но она не встает. Я бы брал Волгу и поехали. Ну все, поехали, да. Ну, я бы на твоем месте брал Волгу, поверь. Поверь, не прогадаешь никогда в жизни. Так, а мы пока, ребята, пробуем. Погнали! Ю-ху! Ой, не благодари. Понял. Не благодари. Да, так, ладно. Аккуратно, ребята, аккуратно. Ляп. Ляп. Стопэ. Хотя бы он встает. Хотя бы у меня, походу... У меня то ли не очень muscle car, либо я неправильно что-то делаю, потому что... Да, серьезно. У тебя офигенный muscle car, да, братан. В смысле? Без рофла, пожалуйста. Мне рофл здесь не нужен. А чё за... Чё за за? Охренеть, ребята. Я-то думал... Да, да, Торетто стайл будет хорошим. А по итогу, ребята, вы видите сами, он, конечно... Поднимается, но он не едет с поднятыми с поднятой передней осью, да. А чё, куда вы вообще полетели? А попробуй газовать по чуть-чуть, типа, знаешь, дым поджимать. Да я пытаюсь, да, она сразу падает, я это уже пробовал. Ладно, я пробую еще раз, ребята. Я, конечно, одну ступенью сейчас оформил. Можно попробовать еще прям рядом становиться. Ну да, хотя бы так. Хотя бы так, ребята, ладно, более-менее еще можно на нем что-то сделать. А ну-ка. Еще не все как бы потеряно. Ваня, блин. Потеряно! Чё, Ваня? Потеряно! Я на ступеньке находился. Ай, ладно. Давай! Так, ладно, я понял. Я кое-что придумал. Чё, забираешься, получается, там тебя? Нет! Восьмая ступеня! Это самый дрочный маслкар, который я вообще пробовал когда-либо. Хренеть просто, ребята. Ладно, у вас там тоже, я смотрю, уже какие-то сложности пошли. На 12-й, 13-й, соответственно, вы, да? Нету. Кто там у тебя присел? Нету, только у тебя, походу, этот дирижабль. Охренеть. Ладно, ребята, я думаю, что тут как бы все понятно. Это восьмая ступень у меня. Я предлагаю переходить на следующий раунд. Давайте-ка посмотрим, как у вас там результаты какие. Слушай, так, 12-е. Поднимается еще, на удивление, прямо. Ну, уже тяжко. Я просто смотрел минуту подряд и, да, чуть не получается. А, у тебя вообще тачка горит. Дядя, убирай ее быстрее. Валим. Ладно, отправляйся тогда, ребята, на следующий раунд. Погнали. В следующий раунд, и мы готовы спаунить следующие тачки. Напомню, что я две штуки и... дай тачку. Опа. У меня выпал muscle car. Первая машина, ребята, да, и мне нужно дождаться еще одной. Так, и Мерс. Мерс очень быстрый, но я возьму в любом случае muscle car сюда. Так, у вас там что, а ну-ка? Ваня уже три своих заспавнил, и у тебя вторая muscle car. Что за нахер? А, пока. А я тебя вижу, ты где-то снизу. Ладно, короче. Я хотел пикап-то оставить, это полетит. Ну ладно. Понимаю. Ну а вдруг он тоже прикольный, кстати говоря. Так, и вторая у тебя, Данек, давай последнюю спавни. Я напомню, что это уже, ребята, предпоследний раунд. А ну-ка. Вторую, дай последнюю. О, кстати. Ну, бери, наверное, X, я не знаю, вариантов-то немного. Полетели, ребята, желаю вам удачки. Так, надо все, короче, сейчас все баллы отыграть прямо вот с этого раунда и прямо на этом мазлкаре. Потому что я, на самом деле, от Даника прям конкретно отстаю. Опа. О, вообще кайфовый. Вот этот muscle car нормального человека, а тот muscle car вообще какого-то курильщика. Ей-богу. Ну, типа. Да, потому что, ребята, вы сами видите, он охеренно вообще так-то поднимается. Давай. О, отлично, 10-я ступень. Так, отлично, аккуратно. Понял. Так, надо разгона побольше взять. Надо побольше разгона и... Давай, да, супер, 10-я. Чё там у вас, пацаны, как дела-то? Сейчас на восьмую, может быть, заберусь, но это не точно. На восьмую, может быть, заберусь. О, у меня 11-я уже. Так, окей, Даник, у тебя там как дела? В этот раз я особо хорошими тачками рандом не отблагодарил. Так, у меня уже 12-я. Ну, есть такое, да, кстати, у него. Да ёпростая. А сколько у него ступенек-то, Даник? Ну, у него 7. Седьмая, да? О, понимаю. Так, ладно, пацаны, у меня пока что 12-я, и я на самом деле очень низкий, как бы. А нам может еще выше забраться, но вот ступени уже повыше. Сломалась машина. 12-я. А, подожди, у Ваньки же была, получается, 13-я ступенька, да, в прошлый раз? У нас примерно одинаковые с тобой мазлкары. 13-ю я взял. Не, по-моему, у тебя. Не вставал на дыбки. Да, на 14-ю мог заехать, но у тебя не получалось. Так, давай, 14-я. Да, я забрался на 14-ю. Так, ребята, поехали дальше. В смысле ты приближаешься?
Ты сегодня вообще обнаглел. Потому что ты, во-первых, заспавнил кучу крутых классных тачек. Там те же читы в виде реактивок. У меня 8, я приехал. Я, получается, 14, я, походу, тоже приехал, потому что машина слишком низкая и особо-то дальше не забирается. Все, у меня результат известен, это 14-е. Так, у Даника получается сколько? Ну, у Даника тоже уже не забирается машина, это, получается, 12-е, охренеть. Так, и у Дони у тебя была, получается, какая, 8-я, да? Все понятно. Окей, баллы мы записали, ребята, отправляемся тогда на последний. Финальный раунд. Ребята, мы готовы спавнить тачки. Я спавню 3 штуки. Наконец-таки, давайте-ка посмотрим, что мне выпадет. Опа. Я думал, это реактивка, это не реактивка. Так, ремак. Кстати, форма, по идее, неплохо. И получается супра. Да, я вот про нее-то и думал. Попробуем. Какие-то формулы очень хорошо забираются. Возможно, это та. Ха! Понимаю. Так, у вас еще по одной машине, и у тебя... Чё? А, у тебя, по-моему, ГЛС-ка, так, у Даника пока ничего не нету. Ну, может, переспавнить тогда, да, если дырявая, ее не надо брать. Так, у Даника... О, маслкарец. Так, и у тебя, получается, обычная М8. А, Даник, если нажать на пробел и попробовать отпустить, он, если поднимается, то можешь ее брать. Все, погнали, пробуем, пацаны. Воу! Давай. Нихера себе, нормально так-то я подлетел. Да, у меня хорошая формула, она забирается при ударе перед... Так, давай, да-да-да, отлично, 9-е уже, пацаны. Так, мне интересно, конечно, как выступит самая маленькая тачка, которая у нас сейчас за всю серию была. По-моему, тихо. 11-е у меня уже. Лучше, чем я. Серьезно? По-моему, пойма. Я уже на 12-е, пацаны. Вообще охеренно, формула более-менее тащит. На 7-ю не заезжаю. Серьезно? Ну это такое себе на самом деле. Так, давай. Да, я забрался на 13-ю уже, пацаны. Отлично. Реально? Да, на 14-ю спокойно забрался. Боже, это прям охеренная формула, которая могла быть. Давай. Еще 15-я у меня тоже есть. Красавчик. Так, отлично, пока меня все радует, но вот походу дальше я уже не поеду. У вас там как дела? 11-е. Ой, вы что-то прям далеко, 9-е. Да. 9-е, 11-е, я понял. Так, а я походу реально уже... Все, что там у тебя? Что с тобой? Да, я отлетаю вообще. Серьезно? Понимаю. Не, да. Ну у меня, конечно, я пытаюсь, но, к сожалению, не получается чуть-чуть у меня. Ладно, я походу, я еще попробую, короче, задница, если получится. А, не, ну походу я уже все точно стал. Да. Так, у меня 15-я ступень, а у вас получается, сейчас посмотрим. Выходи. Выйди. О, отлично, вышло. Супер. Так, а ты... О, чего? Чего? А, у тебя реактивка же, да? У меня? Нет. Нет? А, она сама понял, по себе такая быстрая. Она прыгает, да, и бывает. Охренеть просто, везет, а ну-ка, а ну-ка. Везет тому, кто везет. А у тебя, походу, все. У тебя уже привезли всех. А, ну тут как повезет еще, да-да-да, я понял, да, прикол. Да. Так, а Даник, у тебя что-то вообще, но она коллизию имеет сзади и спереди, она явное дело не поедет дальше. Ну ладно, все, как так, 12. Так, у Дони получается 12 баллов, у Даника получается, ребята, сколько здесь? 10 баллов, но тоже как бы неплохо. Как тебе, блин, ну да, вполне, кто дается такое делать на каких-то тачках, на которых дальше 9 нельзя ехать, ты на 10 сидишь. Ладно, еще и пытаюсь дальше ехать. О, у нас тут 3 дирижабля. Что вы делаете? Они ломают нашу ступенью. Уйди отсюда. Кайф. Ты тоже уйди. Ребята, короче, сегодня у нас была одна машина до самого конца, которая долетела. Это Rocket Voltic. Ставьте обязательно лайк на этот ролик. Обязательно подписывайтесь на канал. С вами был Диман, Даник и Димка. Ой, ладно, Донька. Всем удачи. Всем пока-пока, друзья. Пока, ребят. Пока-пока.